Всем-всем привет! Вы на канале Мила и Милые Увлечения. И сегодня у нас с вами пройдет New Year Setup. И это сетап, то есть обставление какими-либо аксессуарами, мебелью, домиками, какого-либо пространства на новогоднюю тему. Ну что ж, поехали! Итак, первое, что у нас есть, это вот такой вот домик. Я его покрыла обычной ватой на крыше, на балконе и приходит дом. Также у меня есть такая вот елка от Playmobil. Поставим ее вот сюда. Так, уравняем. И вот такая вот маленькая елочка из Kinder Surprise. Поставим ее на стол. Вот таким вот образом. О, это так красиво, мне кажется. Далее у нас есть горка от Baby Castle Nursery. Так, я ее забинтовала бинтом и также задекорировала ватой, обычной ватой и обычным бинтом. И у меня что-то получилось вот таком вот стиле. Также у меня есть две вот такие вот ледяночки Playmobil разного размера, которых можно покататься. Есть такая вот фигурка собачки Тейлбарри с коньками вот такими вот симпатичными, и он может так двигаться, и такой вот, и с также у меня есть вот такой вот каток, на котором наш песик может кататься вот таким вот образом. Есть какие-то две капсулки, интересно, давайте посмотрим, что у них внутри. Так, первый капсулы у нас, ну, в принципе, не прозрачные. Вау, посмотрите, это же голубая книжка, такая симпатичная, я купила вот так. Вот, ставим вот сюда, и второй капсул. Так, автомат с птичками, там желтые, зеленые, ну, в общем-то, всех цветов радуги, я думаю, не только. Сейчас, подождите секундочку, пока что давайте посмотрим, что еще у меня есть. Это вот такие вот подарки. А, вот, открылась моя птичка. Давайте ее посадим вот сюда, на крышу. Она как бы на белом таком снежке. Очень еще красиво. Давайте это уберем. Также у меня есть такие вот шарики с пингвином. Давайте поставим их вот сюда. И вот сюда. Грибы вот такие вот пломобилы снизу. Допустим, будут здесь. Цветы на снизу тут. Также у меня есть такая вот симпатичная ель в соглёстках. Это вообще, чтобы украшать настоящий дом. Но я это использую для Silvana Families. Также у меня есть такой вот зимний дерево от Пломобил. Сюда поставим так. А, ёлка вся припорошена снегом из вот этой вот ваты. Так, куда нашу елочку поставить? Давайте ставим ее вот тут. И цветы. Под елочкой это должны быть подарочки. Например, вот такие вот. Такие. А в доме под елкой тоже должен быть подарок. И также еще у меня есть два маленьких подарка. Есть один так, другой вот так. Отлично, мне кажется. Снеговик, которого должны быть слепили наши сервантики. Дерево. Будет вот тут. Как так он здесь. И видите, он весь идет. Одежда. Целиком полностью. Такая вот штучка. Я делаю тапочки такие вот. И также она может кататься. Вот так вот тапочки. Допустим, вот такой вот мячиком. Сесть на меня вот такая вот такая вот. Как вы, наверное, уже поняли. Также у меня есть кошечка такая вот.
Лабрадор, как я понимаю. Сад Елизаветы Академии. А если тебе понравилось такое видео, то поставь лайк. Не забудь подписаться на канал Мила и Милые Увлечения. И всем пока. Пока-пока.